Добрый вечер, дорогие друзья. С вами вновь Виталий Ерофеев на канале Чувствознание. Сегодня я продолжаю записывать очередное видео для плейлиста «Мужская правда» или «Как быть мужчиной рядом с женщиной». Казалось бы, такая тривиальная тема. Чем она может быть нам интересна, скажете вы, да? Но я в ней увидел большой-большой потенциал, и мне бы хотелось этими открытиями, этими интересными находками поделиться с вами. Так вот, сегодня мы продолжаем эту тему о том, в предыдущем видеоролике, когда я говорил, что имеется такое состояние зеро, состояние пустоты, как бы, да, в котором мужчина может объективно оценить, измерить, самое главное, измерить свои достижения, свои какие-то действия, свои планы, соразмерить с чем-то и тому подобное, достаточно в объективном состоянии находясь. И это состояние зеро необходимо поддерживать, необходимо уметь в нем находиться. То есть находиться в этом состоянии возможно, когда вы находитесь рядом с своей женщиной. И это очень, очень непросто. Вот. Сегодня я маленько-маленько в эту тему углублюсь и покажу, в чем здесь маленькая фишка. А именно, итак, сегодня тема наше состояние зеро, или как находиться рядом с женщиной и оставаться при этом мужчиной. Фишка в чем? В том, что, когда я говорил вам в первых видеороликах о том, что любовь женщины основывается на состоянии принятия, и когда она принимает что-то от мужчины, она в этот момент становится женщиной. То есть она ощущает полноту своей жизни как женщины, как желанной, как интересной, как востребованной мужчины, как нужной ей именно в состоянии передачи от мужчины, как каких-то его достижений, каких-то его ресурсов и тому подобное. Итак, когда мужчина приходит к женщине, женщина находится в каком состоянии, когда я говорил вам в других видео, если смотрели, в состоянии независимости. То есть женщина независима. Вот здесь она. Женщина независима, а мужчина, когда движется к женщине, он свободен. Эти два состояния друг к другу стремятся, да, соединиться. Состояние свободы мужчины – это состояние такое пространство, да, свободного пространства. Это состояние свободного пространства мужчина направляет к женской независимости. И женщина с очень большим удовлетворением принимает это состояние свободы в себя. Почему ей необходимо состояние свободы? Потому что для того, чтобы построить здесь гнездо в независимом времени, необходимо пространство свободное. Иначе другим способом гнездо не построишь без свободного пространства. А носитель свободного пространства является мужчина. Ну, такие, как вы слышите, такие достаточно, друзья, такие сложные понятия, как вам покажется. Но я сейчас вам покажу их на бытовых таких простых примерах. Итак, мужчина направляется к женщине, скажем вот так. Мужчина. Воплощение свободного пространства движется к воплощению к женщине. Так вот, этот секрет-то, который мы знаем, вот это, как бы, сейчас я вам скажу, покажу, который вы все знаете, да, как женщина принимает мужчину. Вот так. Распахнув свою независимость, то есть независимость, распахнув руки, ну и вы знаете, возможно, распахнув ноги, да, вот, мужчина движется к женщине. Женщина ждет его здесь, именно в таком состоянии принятия. Вот, и мужчина сюда, когда, как только мужчина появился, вот здесь появился, тогда женщина появляется у ней ощущение пустоты, собственной пустоты, то есть это пространство свободное здесь заполняется, и ощущение пустоты у женщины проявляется. И в эту пустоту входит мужчина. Мужчина приносит ей самого себя, свою жизнь, свои достижения, свои ресурсы, свои подвиги или неудачи на щите или под щитом, как говорят, да? В общем, вот это состояние очень важное. И в это состояние мужчина должен входить, как, кстати, как мы входим в это мужчинское состояние? Постепенно. То есть вы становитесь мужчиной именно когда входите постепенно сюда. И на бытовом нашем таком языке жаргонном, да, мы свою карточку кредитную, да, отдаем женщине здесь. Правильно? Что мы делаем? Чтобы вот здесь находиться в состоянии покоя.
Но мы находимся в состоянии покоя, а не в состоянии zero. Нам нужно попасть в состояние zero. Нуля. Понимаете? Объективно нуля. Чтобы оценить, еще раз, свои достижения, свои действия. Объективно оценить, чтобы увидеть состояние мира таким, как он есть. Вот вы должны в этом состоянии очутиться. Если вы просто отдали женщине свои деньги, как говорится, материальное богатство, какие-то, ну, как самую кредитную карточку, то все, вы для женщины уже не существуете. И она сама собой по себе, женщина это не стала до конца, как только получила эти ресурсы. Вот, понимаете, вы здесь в покое оказались. Вы стали таким удобрением, скажем так, удобрением для этого гнезда. Вот, для этого гнезда удобрением. Это в лучшем случае. А в худшем случае здесь потом может образоваться болото, как говорится, которое сюда затягивает мужчину. Мужчину затягивает. Во что он там превращается, вы сами знаете, да? Но наша задача именно сохранить мужественность. То есть мужчина приходит к женщине, что он делает? Он проявляет свой аскетизм, проявляет свое именно состояние это свободы, состояние тут независимости у него появляется. Понимаете? То есть мужчина не кидается на женщину расцеловывать ее, обсыпать ее подарками, еще что-то там, да. Он аскетично встречается с женщиной, обнимает ее, достаточно скромно выражает свои чувства. И что делает мужчина? Мужчина делает шаг назад и отходит. Куда он отходит? Он может пойти к детям, скажем так, да? И начать общаться с детьми. Пойти общаться в этом гнезде, кто находится, да? Кто находится? Дети находятся в этом гнезде. И находятся родители, родственники и тому подобное. И может начать общаться здесь, тут двигаться по этому гнезду, не попадая сюда. Не попадая сюда, куда мужчина, многие мужчины стремятся, да? А женщина это очень хорошо знает о том, что путь к сердцу мужчины, существует такой путь к сердцу мужчины через постель, да, скажем так, ласки, любовь и нежность, да, либо через еще желудок называют этот путь, то есть накормить мужчину там. Но другого пути многие женщины не знают, а я и об этом пути рассказывал в своем видеоролике о том, как найти путь к сердцу мужчины, как его построить этот путь. Ну, это для женщины сделать ролик. А здесь для женщины попадает в такую ситуацию. Вроде бы мужчина здесь есть, присутствует, но она ничего от него взять не может. Он ей ничего не отдает. Все, само присутствие мужчины уже здесь, уже есть отдача, уже есть принесение пространства свободного, в котором женщина начинает строить гнездо. Опять, ведь по новым каким-то путям, по новым таким правилам, по новым законам строить гнездо. Как она будет строить? С чем она будет строить? Она будет его строить с теми родственниками, с теми там детьми, с теми людьми, находящимися в окружении этого гнезда. Она будет с помощью них начинать строить это гнездо. А мужчина будет общаться с этими людьми, не с ней общаться. Понимаете, что важно? А есть другой способ. Женщины что делают? Они приглашают мужчину за стол, правильно? Накормить его, как говорится, напоить и вытянуть из него всю, как говорится, все его ресурсы, все его достижения, неудачи и тому подобное. Сразу, понимаете? Сразу, то есть, чтобы он ей все отдал. Это мы к этому настремимся. И это мы называем, друзья, как мы называем это, друзья, это слово такое? Соблазнение, соблазн, соблазн. И, или быстрее, если мужчина нашел путь к его сердцу через постель, да, или, то есть мы говорили об объятиях, когда она привела его, посадила за стол, накормила, напоила, да, и через постель, да, то есть она через любовь, через нежность, опять же, стремится к чему? К соблазнению, то есть чтобы мужчина попался на удочку и все ей выложил, как говорится, да, на блюдечке с губой, поемочкой, и это очень, очень некачественный результат для мужчины будет, если он пойдет по пути соблазна. Наша задача не пути соблазна, а быть мужчиной, именно когда рядом с женщиной. То есть двигаться по гнезду, скажем так, двигаться, общаться с друзьями, с подругами, там, общаться с родственниками, общаться с детьми там, и так далее. То есть двигаться по гнезду. И тогда женщина будет вынуждена что делать? Именно следить за мужчиной, смотреть, искать, что же он там сказал, кому же он там сказал, что же он кому рассказал. И она вынуждена что делать? Строить отношения и связи в гнезде, строить само гнездо. Именно общаясь с теми родственниками, с теми друзьями, подругами, детьми, с которыми только что общался мужчина. Может быть, он что-то им рассказал, может быть, что-то им отдал и тому подобное. То есть она начинает становиться женщиной в полном этом самом слове. Женщина, с которой хочет принять от мужчины что-то. И мужчина, соответственно, награждает ее отдачей, когда он видит, что начинается строительство гнезда.
по его законам, которые он принес по законам пространства свободного, да, начинает строиться гнезда. То самое гнездо, в котором он может быть хозяином. Понимаете? Вот это очень важно. И для мужчины, когда такое гнездо начинает выстраиваться, мужчина, видя это дело, стимулирует женщину, именно отдавая, передавая, то есть свою любовь ей. И в тех материальных, моральных, там, духовных достижениях или неудачах, да, то есть он пришел раненый, там, подбитый, как говорится, да, пришел сюда. И тем не менее, женщина строит гнездо. Когда мужчина здесь присутствует, когда он здесь движется, мужчина движется, общается, то есть движение мужчины здесь какое, в этом состоянии покоя такое, он общается, он налаживает коммуникацию в этом гнезде с теми людьми окружающего этого мира. Это важно. Итак, друзья, мы с вами к какому сейчас выводу, к какому приходим, к важному выводу. А вывод у нас единственный какой, что мы должны первое сделать, опасаться соблазна, собственного соблазна. Мы же мужчины, мы можем быть соблазнены, но мы должны быть мужчинами именно. А мужчина это способность к аскетизму, к мужественности, способности отказаться от любви. То есть женщина предлагает вам любовь свою, да? А вы отказываетесь от нее и начинаете двигаться в гнезде. Итак, как только вы начинаете двигаться в гнезде, вы очень легко попадать в состояние зеро, зеро, пустоты, пустоты, здесь пустота. Вы одновременно независимы и одновременно свободны. И это состояние независимости, которое вы в себя впитываете, оно вам что делает? Помогает независимую оценку, объективности, взгляд вас мир, на мир будет другой совершенно. Вы увидите мир другими глазами. Вот это важно. Вот, как, вот в этой точке. То есть это будет именно вот пустота такая будет. Итак, друзья, итак, я что вам сказал, хотел? Значит, мы эту тему проговорили, да? И, ну, это достаточно, думаю, на сегодня. Вы поняли меня, да? Что мы передаем женщине свою любовь частями, как мужчина, не нуждающийся в любви, как благородный жест. Как благородный жест вы передаете, когда вы видите, что гнездо строится по вашим законам пространства. На основании правил, вот здесь внизу строится, тогда вы передаете любовь. Если если вы пошли по другому пути, пути соблазна, быстрее рассчитаться с женщиной, быстрее получить какую-то ее любовь, внимание, накормили, напоили, полюбили, и, как говорится, убежать сюда, то вы потеряете больше, если побежите отсюда обратно. Что там доделывать, как вы думаете? Вы не увидите собственный мир в той оценке, которая вам необходима, в объективной оценке. Итак, я желаю вам успехов в этом непростом деле, я вам скажу, такой борьбы с самим собой, находясь рядом с женщиной, оставаться свободным и независимым мужчиной. Всех вам благ, друзья, будьте здоровы, счастливы, подписывайтесь на канал.